Первой жертвой неокрепшего льда стал маленький ребенок. В Кстове погиб 9-летний Богдан Юдин. Мальчик пришел в гости к дедушке, отпросился погулять и провалился под тонкий лед на реке Кудьме. Друзья, с которыми гулял мальчик, сразу же побежали за помощью в близлежащие частные дома. Местные жители прибежали на берег, но спасти мальчика так и не смогли. Да, вот тут прям. Мы сюда подошли, и тут лед был. Середина не замерзшая. От края, наверное, 3 метра. Мальчишка видно было еще. Голова-то тонет и выходит. Опять тонет, опять выходит. Потом мы веревку кинули. Веревку короткую не достал. Ну, вон какая широтина. Мы хотели туда лезть. Тонет лед-то. Тонкий еще. Пытался кричать, а голоса-то нет уже, наверное, давно уже этот мучился в холоде. Кто их знает, может, они катались, да соскользнули туда. У них санки были, просто на лед, видимо, залезли. Их трое там было, да. Тут родители их не как раз приехали, искали их. Эти вот, что родители подъехали, они забрали своих, уехали. Он утонул на 3 минуты, еще мы вот его видели. Потом уже все. И туда понесло течением его, да. Мы смотрели, шли, чтобы хоть видеть, куда его несет, где. МЧС подъехали, да, стали доставать. Они пробовали откачать, ну что уж, наверное, с полчаса прошло. Видимо, замерз, может, от переохлаждения. Сейчас расследованием этого дела занимается Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.